Друзья, всем привет! Зрителям, подписчикам, новым зрителям, всем привет! Сегодня у нас будет дневная охота. Человек, один мой знакомый, посоветовал на озеро, разрешенное. В плане разрешенное тем, что у нас в Латвии, к сожалению, не на всех водоемах можно охотиться. И лишь некоторые водоемы с разрешением, с лицензией можно вообще охотиться, заниматься подобной охотой. И мне один знакомый человек подсказал вот это место. Сказал, что обязательно сюда надо приехать днем, что здесь есть крупный лень. Лещ, может быть, какая-то щука. И сегодня мы здесь поплаваем, сделаем разведку, посмотрим, что вообще есть. Видимо, здесь вроде бы довольно неплохая, метра полтора-два должна быть. Первый раз на водоеме, сделаем небольшой обзор, что из этого выйдет. Посмотрите дальше сами. Поэтому остаемся, смотрим, друзья, и подписываемся. Эдгар, ты что там делаешь? С карпа, может быть, какие карпа взял здесь? С кем? Карпа взял. Карпа? О, да ладно, ты что, прикалываешься? Реально, я карп? Я плавал, представлял, линейль. Охренеть! Эл, пока... Откуда здесь карп? Небольшой, правда, но... Да ладно! Эл, ты шутишь? Вот это карпина! Мне кажется, когда я его встретил, там второй стоял рядом. Там что-то там так мотнулось. Ты заснял его? Я не знаю, я просто, мне показалось, что что-то еще по траве ушло вправо. Ни хрена себе! Тоже на камеру попало. Если ты заснял его на камеру, еще как взял, это вообще бомба. Обалдеть! Есть. Офигеть! А ты сюда попал? Да, сюда. Пробил жаберную крышку такую. Ты что, серьезно? А, он вышел отсюда, да, стрела? Вышел отсюда. Чтоб пробить такого отсчета, охренеть. Вот это да, ребят. Вот это Эдгар дал. Ребят, ну я скажу точно одно, что у нас с собой весов нет, потому что я точно Эдгар не взял. У меня не остались я другой сумки совсем. Я не ехал на карпа, я тоже не брал. Да откуда здесь-то карп, боже мой?
Я вообще в шоке. Я только видел три линя, одного вот такого лещ, ну может быть даже подлещик, не знаю, ну грамм 700, наверное. И в принципе там маленьких щучек больше, я здесь ничего вообще не нашел. Ребят, на опыте, скажите, сколько такой может монстр весить? Потому что это точно не 3-4 килограмма. Обалдеть, какой он толстый. О, вот это жесть. Покажи толщину, ширину пуза. Во, во, вот это монстр. Пассажан, скорее всего. Я и понимаю. Ребят, в общем, кто смотрит это видео, в общем, вес в студию и карпат, или сазан. Давай еще раз покажем плавник, чтобы все, потому что люди как-то вообще, сам честно, я не понимаю, что это. Это вроде спереди карп, а по плавнику это вроде как дикий сазан, вообще не понять. Но однозначно это достойный трофей. Эдгар Молочага, давай 5. Это реально круто. Охренеть, карп здесь. В общем, мы обязательно сюда еще приедем, 100%. Но я ожидал все что угодно, но только не такого монстра. Давай еще где-нибудь поплаваем, я не знаю, где-нибудь поныряем. И тогда на берег, потому что и так уже, не знаю, я 2.5 часа проплавал, я уже просто, ну... Ну, Эдгар Молочага выдал сегодня. Молодец. Все, погнали, поныряем еще. Так, друзья, вот такое вот у нас называется проверочка водоема вышла. Вообще жесть, я до сих пор плавал в шоке. Вот Эдгар, короче, выдал. Это просто жесть. Но в целом можно сказать, что были небольшие лещики. Эдгар еще одного леща взял. Но в целом рыбы очень мало. Маленькие леньки, маленькие подлещики, плотвы очень много. И такие вот щучки в целом. Но то, что взял Эдгар, конечно, Эдгар, давай покажи ребятам. Друзья, я, конечно, честно в шоке. Ну, потому что... Это на самом деле огромный трофей, посмотрите. Напишите в комментариях еще раз, попрошу всех, кто знает, сколько такой дурак может весить. Просто вот такой вот красавец. Это, конечно, Эдгар Молочага, отжег как надо быть. Я плавал в шоке, честно скажу. Эмоции переполняют, конечно, но скажу следующее. Друзья, если вы хотите стрелять таких же красавцев, хотите научиться стрелять такую рыбу, правильно на нее выходить... Дорогие друзья, так бывает. К большому сожалению, камера села в самый неподходящий момент. Но мы с Эдгаром реалисты, и мы не хотим специально делать там кучу дублей, там специально наигрывать, перезаписывать. Мы просто вам все показываем так, как есть. И в конце этого видео хочу всем вам дать совет и сказать, что у меня на канале есть отдельная рубрика «Академия подводной охоты». И если вы хотите научиться подводной охоте, и тем более вы хотите научиться стрелять таких больших поросят, как на этом видео стрелял Эдгар, вы... обязаны зайти ко мне на канал и посмотреть все видео, после которых вы сможете, скажем, познать для себя те азы подводной охоты и научиться тому, чему вы еще не умеете. Поэтому всем вам большое спасибо за просмотр, подписываемся на канал и остаемся с нами. Впереди очень много всего интересного и до скорых встреч. Пока!